Привет, друзья! Меня зовут Вика, и вы смотрите мой канал, в котором я рассказываю и показываю, как я готовлюсь к соревнованиям по фитнес-бикини. Пошел уже второй месяц нашей подготовки к этим соревнованиям. Мой тренер, как всегда, Дмитрий Карпенко. Дима, расскажи, что нибудь. Сейчас у нас идет период массонабора. Вика стремительно набирает мышечную массу, много кушает сложных углеводов, а также насыщенных полноценных белков. Да, у меня аж не лезет вообще, столько ем, я даже не знаю, как это в себя впихивать. Вот. И сегодня мы представим вашему вниманию тренировку ног и попы. Да, все, ребят, да, смотрите, повторяйте, занимайтесь сами, смотря на наши тренировочки. Так, стоп. You're so high. Do you think of my heart? Do you have the time? Do you think of my... Ну что, друзья, вы посмотрели тренировку ног и попы в исполнении Вики. Вот. Да, она очень довольна тренировкой, получила хороший результат, и пусть сама скажет пару слов, какие ощущения. Да, отличная тренировка, у меня там уже чувствую, что там растет, но показывать вам пока не буду, после того, как буду худеть, тогда уже будет все видно вам. Итак. В общем, ребят, если вам понравилась эта тренировочка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, там вы можете посмотреть другие мои тренировки, а также совет по питанию. Счастливо, спасибо за внимание, пока! Да. Ну что, друзья, вот вы посмотрели мою тренировку ног и попы. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давай я начну, наверное.